Чем освенчен? Кровью, потом. Кем быть хочешь? Не быть скотом. Кровью, потом. Не быть скотом. Живи, Беларусь, живи вольно. Мы действительно старались, как могли, но мы не могли помочь всем. Преподавателями мы вначале сняли видеообращение от преподавателей медуниверситета в поддержку наших студентов, поскольку уже начиная с августа месяца часть студентов находились у нас под административным арестом. Кто-то отбывал сутки, кому-то были приписаны штрафы. Мы за свободу слова и выполнение закона. Мы супротив гвалту. Мне пришлось поприсутствовать на одном из ректоратов, где были отчитаны наши студенты за их гражданскую политическую позицию. Я высказала свое отношение и неправомерность ректората по отношению к студентам, и меня попросили уволиться. И даже видя те официальные цифры Минздрава, которые очень сильно далеки от реальности, можно говорить о том, что эпидемия уже, скажем так, перешла тот уровень, который был весной. По неофициальной статистике, которую нам поступает от медицинских работников различных учреждений по всей стране, официальная статистика Минздрава занижена от 5 до 10 раз, может быть. Несмотря на то, что учреждения здравоохранения, главные врачи, рапортуют о том, что у них достаточно СИЗов, как показывает практика, все равно продолжается, не хватает СИЗов для медицинских работников. И, к сожалению, вот эта волна вируса тяжелее в том плане, что большее количество заболевших нуждается в кислородной поддержке и в аппаратах искусственной вентиляции. Медицинские работники репрессируются в период эпидемии COVID, и более того, репрессируются достаточно серьезные узкие специалисты, которые могли, во-первых, провести очень много операций и спасти много жизней. То есть таким образом осуществляется, можно сказать, геноцид в отношении белорусского народа. Вот и вся сказка о красивой жизни. И особенно просят наших врачей приехать в Польшу. Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать, уехал, назад не вернешься. Это не угроза, это приказ для правительства. Медикам спасибо! Медикам спасибо! Медикам спасибо! Медикам спасибо!